Сумка Шопер Москва. Сделана из плотной хлопковой ткани. Поверхность украшена монохромным принтом. Здесь изображен храм Василия Блаженного и написано «Москва». Обратите внимание, что это только сумка односторонняя, здесь удобные ручки. Эту сумку можно носить на плече, на руке, также брать с собой в магазины. Она достаточно вместительная, или, например, на пляж. Сюда поместится очень легко вот такая вот матрешка 25 сантиметров. Она помещается, здесь остается место. Например, хохломская миска. То есть, и вот здесь вот все вот так вот располагается вполне удобно и безопасно. То есть вот эту сумку можно использовать вместо подарочного пакета, который неудобный, картонный, и в принципе он одноразовый, он порвется, его можно выбросить. А вот эту сумку можно использовать много раз. Она легко стирается, материал достаточно дорогой, качественный и хорошо сшитый.